Дорогие телезрители, представляю вам торт печёночный с майонезом. Здесь идет килограмм печенки, 300-350 грамм майонеза, кто как любит по вкусу. Лук килограмм жареный, 2 яйца, мука 70-100 грамм. Либо манная крупа, тоже опять-таки по вкусу, кому какой нравится. Здесь у нас идет пять коржей, получается, идет. Торт делается, печенка перемалывается на мясорубке, добавляется перец по вкусу, 2 яйца, все перемешивается, даете минут 5-10 на то, чтобы это все усвоилось. После начинаем из печенки делать, выпекать коржи. На сковороду где-то 2 половника, то есть равномерно распределяем до сантиметра, чтобы получался 1 сантиметр корж печеночный. Я его делал на двух сковородках, на одной выкладывал. После того, как одна сторона уже была готова, переворачивал на другую сторону. И после, как был готов корж, брал тарелку, прикладывал, получается, на это, допустим, плита, сверху накрывал тарелкой и переворачивал. То есть таким образом у меня корж находился уже на самой тарелке. После корж отправлял на тарелку, где собирал, получается, сам тортик. Вот торт. Вот такой вот. Вот так вот получился тортик. Очень вкусно. Сытно и полезно.